Разные эпохи в нашей стране пережил бизнес. Первые кооперативы и кризис 89-го, 90-е с дефолтом 98-го, изобилие нулевых и кризис в 2008-м, изменения в десятых и кризис 2014 года. Мы пережили рэкет, инфляцию, дефолты, деноминацию, падение курса, таможенные ограничения, налоги и ужесточения. Нас подставляли, кидали, предавали. Но несмотря на все это, мы выжили и хотим развивать нашу страну. Мы – это важная часть экономики. Мы – целые индустрии. Мы – бизнес. Мы не качаем нефть. Мы не добываем газ. У нас нет сверхприбылей. Но мы создаем новые технологии, налаживаем производство, строим цепочки поставок, помогаем другим, несем в мир красоту, кормим себя и людей. Создаем события, делаем жизнь лучше, интереснее и разнообразней. Мы – более 19 миллионов рабочих мест. Мы – 22% ВВП. Мы – это представители индустрии туризма, событий, торговли, транспорта, хорека и многих других отраслей. Мы заботимся о семьях. Мы платим зарплаты и налоги. Мы работаем для людей, и сейчас помощь нужна нам, но, кажется, помочь себе сможем только мы сами. Объединимся, чтобы спасти наш бизнес вместе. Мы – русский бизнес. Мы – сильные. Мы – выстоим.